Сегодня я хочу с вами поговорить о от чего же мы начинаем стареть вообще. Ну, одним из самых главных факторов, я думаю, стресс, постоянный стресс. Оксидативный стресс – одна из главных причин проявления признаков преждевременного старения. Неправильное питание, неблагоприятная экологическая обстановка, вредные привычки и другие факторы провоцируют повышенную выработку свободных радикалов, повреждающих клетки тела. Под влиянием этих веществ происходят внешние и внутренние изменения в организме. Кожа теряет упругость, тускнеют волосы, снижается общий тонус организма, ухудшаются метаболические процессы. Я сегодня вам расскажу немножко про альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевая кислота помогает реактивировать естественную защиту организма от свободных радикалов, улучшает усвояемость и антиоксидантные свойства витаминов Е и С, а также улучшает обменные процессы в печени, в главном детокс-органе нашего тела. Ключевой нутриент работы – митохондрии. Вот у нас вот такие капсулы. Вообще альфа-липоевая кислота повышает антиоксидантную защиту организма, помогая предотвратить повреждение клеток и развитие митохондриальной дисфункции, одной из главных причин развития метаболических и полисистемных заболеваний. Реактивация природной молодости, альфа-липоевая кислота способствует выработке глутатиона, основного внутриклеточного антиоксиданта, обезвреживающей в том числе и тяжелые металлы. Также у нас снижение жировой массы в сочетании с L-карнитином, коэнзимом Q10 и альфа-липоевой кислоты улучшает обмен веществ в организме, усвоение глюкозы и выработку энергии. Благодаря этому повышается эффективность тренировок и диет. L-карнитин следует принимать только при физической активности. Более подробная информация у меня в телеграм-канале. Для тех, кого интересны продукты сибирского здоровья, что и с чем едят, как худеть правильно, об этом я рассказываю в своем телеграм-канале. В мой телеграм-канал можно попасть, нажав на ссылочку под аватаркой. Ссылочка активная, и вы окажетесь в моем канале. Всех жду, всего вам хорошего.